Нет, я хочу жить! Ну, блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфлик, Куёк, Гусянёк, Итачи, Чёрное Жерло, Мерси, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалаля. Сегодня будем веселиться и угорать, скидывая друг друга с высокой крыши этого небоскреба. Если пьёте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1. Выживание началось. Погнали. Скачали мы классные тачки, и они... имеет 4 ведущих колеса. Это очень мощное транспортное средство, но задним ходом оно мощнее. Давайте, кто первый ушел? Это понятно. Это называется полный привод. Полный привод, да, ребята? Она очень классная. Тихо, надо быть очень внимательным. Кто первый умрет? А, уже первый умер. Давайте, кто второй умрет, тот лох. Я. Ну что, ты готов умирать? Я сейчас тебя скину. А кто машину заново спамнит? Нельзя. Нельзя бан. Отлично, отлично. Нет, нет. Давай. Блин, ну жопы, вы просто голимы, я как и я. Я shift забываю нажимать. Блин, ну, вот да. Это жесть, я упал. Дима, я там еще что? Падаю, еще лечу вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо еще машину заспавнила, я не понял. Так, ребята, кто умирает, просто наблюдает. Нельзя машины ставить, вы шо? А читеры, я... как я? Остался Куёка и Чёрное Жерло. Ну что, давай, Куёка. Кто упал? Куёка, ты победитель? А да. я машину не мог найти, я не умираю. Ну ладно, Куёка, давай его тоже скидывай. Чё? Я болею за Куёку, вот. Все-таки он лучший игрок у нас на планете, да, Куёка? Да. Кстати, писали в комментариях, где Куёка пропал. Куёка, ты больше не пропадай. Давай, подстрачника ему. Я сяду Куёке в машину. Все, Куёка, я с тобой. Я тоже. Взял какого-то лысого деда, психопата. Ой, кстати, давай, вон там сидит чувак на передку, давай. Это я. Куёка, покончи с ним уже быстро. Давай, Саня. У нас первый раунд закончился просто рекордно быстро, из-за того, что машина мощная. Вот это жесть. Давай. Так, отлично. Так, пацаны, не мешайте, вы же машины жизни тратите. Да. Или наблюдайте, или смотрите. Особая разница. Ой-ой-ой, машина закоптила Куёку. Куёка, нормально, будь внимательней. На shift нажимай. Давай, shift-то надо было его таранить. Shift-ом, блин. Он забыл, раз, что ты shift есть. Shift. Да, вот так, бочину, толкай. Два колеса, 4 колеса ведущих. Есть сюда шанс скинуть. Задним ходом вообще мощь. Да, во. Эх, молодец. Куёка, сейчас тебя скинут. Веди. Так. Осторожно. Это жесть. Так, хорошо, удаляем машины, ребята. Следующая у нас техника будет... Вот такой будет у нас бронетехника. Стрелять нельзя, только тараниться. У Райдерс, да? Да. А нет, АПК. АПК машина. А, папка называется Crisis Tanks. А, Crisis Tanks? Да, давайте. Это снизу пятая. О, вот это мой сейчас будет. Не, ничего не лагает, все нормально. Не, пингует просто. Да не, нормально все, не очкуй. Так, я вижу, что кто-то машину взять не может. Или у него задержка, наверное, да? Стрелять нельзя. Стрелять нельзя, да, пацаны, только воевать. Ну что, вы готовы? Да. 3, 2, 1. Битва началась, погнали. Давай, я сейчас скину Диму. Ого, я прям заезжаю, нифига себе, вот это моща. А как понять, кто Дима, а кто нет? Нет, нельзя говорить, где я. Нельзя. Надо. Тихо. Сейчас мы его разгоним. Давай. Ты упадешь. Я тебе помогу. На тебе, зро. Нет. Задний ход. Нет, я падаю. Я вижу, где Дима, вот он. Нет, это не я. Это не я, это неправда. Давай. Блин, она медленная. Реально медленная. Ну зато они тяжелые. Они тяжелые, да. Вот это жесть. Чё вы тут натворили? Так, надо валить отсюда. Так, ну что, кто первый умрет, тот давай, самый неумеха. Тот лошара. Там могло 3 человека упасть. Полетели. Вижу жертву. Сейчас мы ее скинем. Прощай, щенок.
Отлично, первый ушел. Отлично. Вот, там четыре челика. Вижу. А три? Хорошо, что первого мы все-таки утилизировали. Еще один сейчас уйдет. Смотрите. Прощай, щенок. Отлично. Двоих скинул, представляете? Удачный раунд. Еще один ушел. А нет, я думал, все-таки... Прощай, щенок. И третьего скинул. Я знаю, Дима. Вот это я псих. Он уезжает от вас. Сбей меня. Я вижу еще одного. Нет, ты меня не скинешь, потому что я на опыте. Я скину, пожалуйста. На тебе, щенок. Я тебя скину, Нет, надо назад срочно. Я к Диме сел. Валим. Вот это я сегодня псих. Всех буду скидывать. Еще одного вижу, кого я скину. Сейчас мы разгонимся. Мы быстрый грузовик очень. Броневик. Щенок, прощай. Я вырвался. Нет, туда мы не едем. Извини, но я хочу сегодня жить. Эй, ты что делаешь? Псих. Мне нравится эта битва. Если мы, короче, будем долго тараниться и не сможем скидывать, то мы начнем перестрелку. Перестрелку? Да, тут же пушки есть. Так, на что, четверо осталось, да? Да. Еще один скинулся. Давай. Дима, я хочу жить. Ну, блин. Да. Ну что, я поехал. Газуем на всю. Вот это жесть. Мощный, ребята, грузовик. Реально мощнецкий. Просто психически. Так, ну что, кто у нас остался? Двое? Трое. А где третий? Третий шкирится. Молодец. Моя школа. Давай. Школа крысы работает. Его столкнуть невозможно. Ребята, не забываем ставить лайки и подписываться. Поддержим канал. До 1,5 миллиона осталось 3 тысячи подписчиков. Даже 2 тысячи осталось. Давай, таранься. Меня давить. Ну? Давайте, если вы за минуту друг друга не скинете, можете открывать огонь. Я сейчас открываю огонь. Нет, еще рано. Ой, ты что ты делаешь? Я сюда, давайте к этому челику. Я не могу тут стрелять ничего. Ну ничего. Гусанек, давай, я в тебя верю. Давай, Саня. Так, еще 1,5 минуты и стрельбище будет. Давай на шифт и уезжай. Молодец, красавчик. Давай, я в тебя верю, Гусанек. Перезаряжайся сразу, потому что сейчас чувствую, будет перестрелка жесткая. А он не стрелял. Мне зачем? Сейчас скоро будет отчет времени до перестрелки. Еще 15 секунд. Давай, Дима. Ну я сегодня в этом ролике хорошо, хоть троих четко скинул. Вообще идеально. Там танк так одиноко стоит. Но он правильно делает. Ну что, пацаны, отчитываю отчет до перестрелки. 5, 4, 3. 3, 2, 1. Погнали. Все. Давай, все, покажи вещь. Все. Саня, да. Молодец. Давай. У меня жизни трава. Гусанек, ты выиграл? Да, выиграл. Офигеть, ты молодчик. Хорошо, что я выпрыгнул вовремя. Так, ну что, давайте следующая машина. Сейчас я вам скажу, что мы на чем будем воевать. Вот, давайте на вот таких броневиках. Это третья папка сверху. Называется Half-Life 2 АПК. О, все, Дима, я взял это. Нет, танки нельзя, пацаны. Какие танки? Вы что, не видите? Не различаете цвета? 3, 2, 1. Толкачка началась. Первый пошел. Дурак, что ли? Нет. Ребята, вы видели, как я на соплях выжил? Это просто сопли. Давай. Первого сразу, конечно, мы утилизировали прям мощно. Я валю оттуда. Они психи. Слышь. Так, мы тут постоим. Да пошел ты, нет, я знаю, что ты хочешь сделать. Не, я наоборот хочу сам выйти. А, ну все, давай, будем стоять здесь, шкериться. Давай. А реально мощная тема. Нет, ну блин, я падаю вниз. Красиво, ты меня скинул, да? Да. Молодчик. Я скинул. Молодец. Черное жерло вообще сегодня рули, да, я вижу? Хорошо играет. О, еще один улетел. Еще один. Давайте посмотрим, как он летит. Ай, ладно. Не захотел танк разбивать. Ну что, осталось? Трое. Опять кто-то шкерится там на крыше. Вот это столкновение мощнецкое. Так. Давай. Надо было дальше так и толкать его. Ого, буквы Л тут строите уже.
Давай-давай, передком хорошо с шифтом, он прям выталкивает жестко. Ну-ка, давай. Так, что-то ничего не происходит. Не, происходит, Дима. О, мы в следующий раз будем делать так, что когда останется мало игроков, будем их гранатами забрасывать. Если они будут долго выживать. Давай. Батанчик. Ну, давай. Есть. Батанчики. Не-не-не, со мной это не прокатит. Прокатит. Хотя... Давай. Да, одни сами себя сейчас. Красота какая получается. Ну, кто-то что-то, никто не умирает. Ага. Никто не хочет умирать. Во-во-во-во, давай. Еще чуть-чуть, давай задним ходом. Давай. Я в тебя верю, ты сможешь его скинуть. Я убью вас. Разгоняйся и тарань этого. Чувак, красиво. Во-во-во-во-во-во-во. Еще чуть-чуть. Не-не-не-не. Чувака сбивает. Избивает. Да. Это веселье. Давай, тарань его, он улетит. А вот я вот так вот через эту фигнюшку проскользну и все. Так. Ну что, трое, и ничего-то они не могут никого скинуть. Опыта не хватает по паданию. Ой, по скидыванию. Да. Есть. Давай, вперед, и газуй. Ну, толкай его. Ну. Ты бы скинул его, немножко не хватило. Нет. IQ. Отведи. Вот это я увернулся. Прикольно. Ну, броневик очень мощный и быстрый, маневренный очень. Во-во-во, вот так можно его поднять и скинуть. Надо было назад не сдавать, а просто газовать на всю. Один зашкерился. Так, давайте минуту, если вы не сможете его скинуть, можете огонь открывать. Не, мы будем... Не огонь, мы будем по вам гранатами бросать. Будет прикольно, кстати, гранатками забросать их. Слушайте, на меня я пока вместе гранаты выдам, пока они там скидываются. Так, оружие. Где у нас тут? Да, крысы! Во-во-во-во, отлично, улетел! Да! Меня хотели скинуть, не сам же скинул. Жестко улетел танк. Бу. Давай. Есть. Красавелла, брателла, молодец. Жестко ты, жестко вообще. Он выиграл только от того, что крысил. А давайте теперь, ты он будет выживать, и мы будем по нему гранатами бросать. Ты готов повыживать? Прикольно будет. Сейчас я зареспавню только Дима. Хорошо, давай. Этот же танк только бери. Ой, я хотел. Ну что, 3, 2, 1, давайте. Подождите, погнала. А вы меня изнутри убьете? Нет. Ну все, все, твой танк забрал. Ай, вообще жесть. Вот это прикол. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это была жесть.